Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трего. А мне семечек. А мне. Не так быстро. Слушата, всем привет. Приехал контакт с помоечки. У Шревуха. Подписывайтесь на его контакт и ставьте лайки. Ребятушечки, всем здравствуйте, вот он и я, и подоспел контент из питерских кормилец. Вот, Питер, блин, меня поражает своими холодами и суровой погодой, но я стараюсь не расстраиваться. Ставьте лукасы и смотрите познавательный контент с кормилицы, главное, чтоб он вам никогда в жизни не пригодился, вот этот контент. Я имею в виду, чтоб вы не пошли на помойки, как я. Все. Встретил Димочку, он доставку устроился работать. Ну, доставочка находок из помоечки, прям к дому. Свежачок, и все в водичке так, в росе, припорошило. Эх, кормилица, эх, так и просится на грех. Блинчик подзасох. Вот там кальян. А, это меч. Покажи, дай мне посмотреть. Это зубная щетка, блин, а я думал, это кальян. Алюминия кусочек. Календарик. Заготовки. Бабушкины заготовки, но это тема, бабушкин тренд. Индивидуальные очки. 3D очки это. Вот. Это надувная подушка в самолете, это лететь. Задолбал, блин. О, часики. Switch, нифига себе, ребят, Switch. Это топовый бренд, они, смотрите, как будто прозрачные. Они внутри весь механизм, это оригинальные Switch часики топ. Вот еще одни, походу, Switch. О, да, тоже вроде оригинал Switch. С длинным таким ремешком, типа браслета. Две пары часиков женских. Просто пушечка, ребятушечки. Вот это берем. Смотри, какие часики Switch. Это сюрприз-бокс женский, ребят. У ребятушечки найден универсальный подарок для вас и ваших близких. Это наушники CG Pods от тюменской компании Case Guru, которые уже вошли в топ-5 наушников России. CG Pods можно купить 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods, а количество функций в них в разы больше, чем у яблок. Главное – это влагозащита. CG Pods можно мыть под краном, принимать душ и даже плавать. Важно, что звук у CG Pods ни разу не хуже яблочных, автономность 20 часов. Не секрет, что девушки любят ушами, хочешь быть услышанным? Тогда вам нужны CG Pods Lite с самым маленьким в мире антистресс кейсом. Как коробочка для кольца, девушки в восторге и щелкает магически. Брутальные CG Pods 5.0 в кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает до 220 кг нагрузки. Запредельно надежный девайс для активного использования. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Купить их можно только онлайн. 3990. Честная прямая цена без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, обмен на новые без ремонта. На мой взгляд, отличный подарок в любой ситуации. Переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя. Там вас ждет подарок от меня. Код Штребух на скидку 200 рублей. Действует на любые модели наушников CG Pods. Так, а это что, алюминий? Давай все убираем. Это на доставочку в гараж. Часики, алюминий. Что за гаджет? Кошелечек дай проверю. Ну, если он целый. О, прикинь, бабки есть. Блин. Компьютерная мышка. Мышка компьютерная, это какой бренд? Интро. Кстати, тот чувак, который у нас мышки хотел покупать, он слился. И что, мы теперь в итоге их не будем собирать? На барахолку максимум. Тогда я не буду эту шляпу брать. Она не игровая. Да она не игровая, нахер она надо. Я заелся. Но я оставлю это геймерам, у которых нет мышки. А вот этот Dark Alice портмоне, вот это взять можно. Только сперва я проверю его на наличие финансовых возможностей. В нем нет возможностей, он не финансирует меня. Этот портмоне, но портмоне мы возьмем, молния целая, все хорошо. Что такая, как мне? Находка, это бижутерия или не бижутерия, или сейчас сюда все скину. Ты что, с ума сошел? Это может быть золото? Охренеть. Так, но это бижутерия. Похоже, да, но это бижутерия все. А вот это вот видно часть? Даже по цвету. А вот это от чего часть? Это колечко на клитор.
прицепляется на женский половой орган. Вот кошелек уберу. Главное не забыть достать. А тот, кто купит кошелек на барахолке, подумает, что нихера себе куш подвернулся, золотишко мне положили. А там биба на затылок. Бибу на затылок, ребят, видели хоть раз? Это что, колечко? Да нахера не надо, давай вот это что-нибудь такое, гаджеты, айфоны. А тут этот, блин, ежик, смотри какой, новый. 17-й год календарь с ежичком. Ой, какой милый, ребятки, какой миленький. Прямо ж ежика захотелось. И вот ежи какие милые. А этот улыбается. Ребятушечки, оставим это кому-нибудь? Кто фанатеет от 18-го года? Ну, сейчас это уже, ну, прошедший этап нашей жизни, правильно? Вот так вот украсил мусорный бак ежичками. Ежички, это, конечно, классно. Но найти iPhone — это прекрасно. Ребятки, корпус! Корпус от компьютера. Ну, был когда-то в этой коробке. Тут я вижу, кто-то компьютер собирал. Намек на комплектующие. На RTX 2080 Ti, да? 3090 XT. Ладно, тогда я лезу. Я вижу там новый чехол для телефона. Так, чувак, спокойно, ты только не лезь. Ой. Куда лезешь? Чего, ой? Иди нахуй! Иди нахуй! Ой, на свае под губой, гуляю, лезешь. Ни хера тут нету, блин. На. Ну чехол от Самсунга новый нашел, диамантовый. Ну и нахер он бы мне всрался. Чё мне этот чехол-то? О, была термопаста, но это явно кто-то комп собирал. Диски. Блатной рай, юбилейный. Бриллиантовая рука. Залман, это что было? Это блок питания был. А мне блок питания. Мне хотя бы старый. Опять эти диски, падла. Ума Турман, Апокалипсис. Кстати, классный фильм. Есть диск, да. Сказка, шикарно. Так, вот это враг мой. Луна 21.12 и Рио. Рио-де-Жанейро. О! О! Какие-то шмотки. Где техника? Щука! Нет техники. А вот это есть. О, и там кэшбэк, прикинь, спрятали. О, рубль. Везучий, берем. Дим, лови рубль. Еще чехол для Сосунга. Какие-то пленочки. Да это шляпа. Да конкуренты обошли, походу, падлы. Они тут уже видеокарты себе все к рукам прибрали. А мне ничего не оставили. Даже понюхать, блин, не дали шляп. О, терки, смотрите, наборы, это карандаши, точилка. Терки эти, да нахер они мне надо. Абибас, смотри, будто оригинальный, 40-й. Паленый, да вроде нет, качество хорошее. Да нахер они кому надо, вот эту шляпу я бы не стал бы носить вообще, вот эта залупа. Аккуратно, Дима, машина. Да отойди ты. Да тебя не затовили. Отойди. Ребят, мы сейчас пришли на помойку. Вот здесь. Планируем рекламу снимать. И когда подошли, такие разворачиваемся. А вот там на углу бака стоит вот этот велосипед. Дима его сразу взял, подтащил. Говорит, что, скорее всего, его выкинули. Потому что, типа, в нем колеса спущены. Охренеть. Тут даже он замок висит. Сейчас, прикинь, ну кто-то придет за ним. Ребят, короче, давайте осматривать. Находку с помойки. Жесть. Это легендарная просто находка. Если он еще... Если за ним сейчас никто не придет, конечно. Че, проверяем? Крути, крути. Да ладно. Он вообще едет. Все нормально. Подножка есть. Это вообще стерн. Че такое? Я сразу руку распорол. Ребят, это стерн бренд. Шимано. Вот эта система тут стоит. Тюнинг? Да. Тюнингованная втулка Joytech. Тут покрышки в нем менять на. Вилка работает? Вилка работает, ребят, охренеть. Тормоза дисковые. Это, короче, модель Stern Energy Cross Country Concept. 18-я рама у него. Это подрост где-то 1.72 м. Тупо помоечка, ребят, дарит средства передвижения. Я просто в шоке. Да его можно продать 1015. На нем можно ездить просто. На нем, да, можно ездить, только покрышки поменять. Вот спущенные колеса, и они вообще лысые. Охренеть, ребят, вот это я в Питер приехал, блин. Первый день вышел на помойке, и тут такое. Вообще неожиданно и приятно. Здесь звонок поломанный. Против угонку вот эту надо, кстати, будет снять как-то, срезать, откусить. А, да, вот эту вот оставить. Ну, мы сколько тут стоим, никто за велосипедом не приходит. Но, ребят, включу камеру, если за ним кто-то придет обязательно. А мы пойдем снимать рекламу туда.
Не, ну в шоке. Давайте посмотрим, что там в баке в самом. Может, там еще что-то выкинули. Вот, видите следы? Вот он вот тут стоял, вот от него следы. Такого никто не ожидал, чтобы найти велик на помойке сейчас такой. Да это капец, ребят. Мы тут стоим и обдумываем, блин, как его тащить в гараж. Мы просто далеко от гаража. Ну такую лайбу, блин, найти, это капец, блин, удача. Ну это, Дим, считай, 15 тысяч нашли. Его это подшаманить, там колеса накачать за 15 тысяч. Продастся даже в таком виде. Вот, кстати, походу от него выкинули. Вот еще эти камеры. Клейные. Да, это, наверное, вместе с велосипедом выкинули. Какой-то плед. О, угли для шашлычка. Вот там пол мешка углей древесных. Кстати, у велосипеда даже тюнингованные колпачки на нипелях. Звездочка вот эта в хорошем состоянии. Переключатель Shimano Tourney. Здесь Shimano, тут Shimano. Тормоза дисковые, охренеть. Тупо сел и поехал, колеса только накачать. Переключатели скоростей вроде работают. Да, работает все. Ребят, ну Питер очень сильно радует по сравнению с Краснодаром. Но в Краснодаре было тоже круто. О, нихера себе, тут Колян уже, блин, нашел. Это машинка брить. Для лапка, да. Она пропалена. Пропалена? Да это мусор, наверное. Ой-ой-ой. Ой, это что-то было. Волк какой заряженный. Амине. Томми Хилевигер. Хилевигер. Опа! Оо! Я знал, что сегодня мы, блин, что-то хоть найдем. Варочная панель в ребятушечке. Ну, битая по-любому. Ну, конечно же, бита, это классика. Кстати, у нас долго валяется там варочная панель. И она не продается нифига, никто не хочет покупать, да? Короче, походу, да, мы ее не возьмем. Только если с эти большие. Она просто битая, ребят, это стекло менять, это очень дорого. И люди их выкидывают, потому что нет смысла их чинить. Поэтому мы сейчас извлекем из нее все медные запасы. А в ней нормально так меди. А. Вот медь. Ну, конечно, ребят, аккуратно надо это все делать. Это очень опасно. Клеммы, ну это все мощная тема. Заряженная. Тут даже кулер есть, смотри. Даже пыли на кулере нет. Все чистенькое. Ребят, вот это чистая медь. Вот это мы уже, блин, в плюсе будем. Вот смотрите, сколько здесь меди. Димочка, техника. Техника, Дима. Старая. Или что это? А, игрушки-то. Побрякушки, шлепушки. Вот эта куколка, мой гатес, как ДМС, оно все мокрое какое-то. А ну дай-ка мне поисковую кочергу, я чувствую. Во-во-во-во, я ж сказал, я ж говорю, чувствую, что-то есть. Анбоксинг, так, ну это чтоб кататься, кстати, целая штучка. Сейчас уже зима проходит. О, какая-то шкатулочка. Батарейка выпала. О, это ж, блин, этот, как его, Халк, нифига. О, это что, кошелек? О, кстати, что, почему так? Сегодня мы уже 3 кошелька находим. Походу, кстати, да, реально. Лоу бабки и все скидывают кошельки, ну потому что они нахер нужны, если у людей денег нету. Какое-то все детское. О, нифига себе. Велофлекс. Упругая фиксация надолго, лак для волос. Давай этот снег зафиксируем, сделаем ему укладку. Долгу. Да, чтобы он, интересно, летом придем, если... Вот снег зафиксирован, я прям офигею. О, градусник детский, нифига себе. О, это вставляется в задний проход он. С изгибом, ну, это, с изгибом палочка вот эта. Ректальный, анальный, да. Ну, можно взять, в принципе, на продажу. Лак я тоже взял, но его купят за 20 рублей, поэтому... Ну вот и лак пригодился, можно погреться. Охренеть, как тепло, ребят. Это огненная помоечка. Попробуем растопить снег. Ой, как хорошо плавится. Ну, такими действиями мы приблизимся к весне. Так, а тут чего? О, ну, тут надо подрыбачить немножко. О, там орешки. Орешки, вон, целый пакет орешек. Орешки это ж, да? Это эти, грецкие или как? Не, это эти, турецкие, дай сюда. А, блядь, да это ж котяхи, наполнитель это. Да это котяхи, это туда срут. А я думал, знаете, ребят, ну оно похоже на вот эти вот, на вот такие, знаете, орешки там, арахис внутри. Такие двойные штучки, я не знаю, как называется. Ну вот я поначалу подумал, что это оно. Дим, твои конкуренты пошли. Ну у нас тут доставочка идет, ну как бы по максимуму. Работаем, ребят, метро Люблино. Ребятки, хо-хо, босс! Хуго Босс пакет! Хуго Босс, это, блин, дорогой бренд, капец мужской. С мужика лайк, ребят, Хуго Босс. Ну, пакет-то пустой, голяк вообще полный. Вот те, кто телепипи, тут все разорвали. Нам ничего не оставили, падлы.
Ничего не оставили конкуренты. Я не знаю, что буду делать, ребят. Я скоро буду драться. Да тут кто-то посидел вот прямо здесь. Видите, норка вот такая, норка здесь сделана. Конкурент сидел и хавал, наверное, тут, блин, балдел, кайфовал. Все сожрал, все забрал, падла. Опа. Сюда. Ой-ой-ой, какая там огромная одноразка. Смотри, диодовая лампочка. Возможно, рабочая. Огромная одноразка, но я ее никак не достану. Вот. О, кстати, получилось, ребят. Вот такая вот. Elf Bar Soon Apple. Какая огромная. Возьму. О, вещички. О, чувак там вынос. Вынос огромной шмотки. Ой-ой-ой. О, прикинь, с бирками. Галстук. Ребят, новый галстук. Alconi бренд. А за сколько его купили? Непонятно, ребят. Цена 1590 рублей. Тупо новый галстучек, ребят. Дима, аккуратно, возможно, тут все новое. Давай, куда шмотки складывать? Тут жакеты, это все, мне надо. Это. Так, смотри, вот еще какие брюки. Что-то в кармане, чувак, что-то в кармане. Ребят, что-то есть в кармане. Походу, зажигалка. Ну да. Рабочая, конечно же, рабочая. Ну, возьмем, пригодится. Брючки, кстати, ну как новые так-то. Карманы надо проверять. Если мы нашли уже зажигалку, то можно найти деньги. Кто там, тут видно, любит забывать что-то в карманы и не проверяет. Вот, ребят, брючки на продажу. Levi's, ребят, бренд, охренеть. Вот это берем. Возможно, даже оригинал, размер M. Футболка женская, Levi's. Еще галстук с биркой. Но это не новый, но в хорошем состоянии. О, а вот и пиджак, это вот как раз от того... от тех брюк. Дигел. Бренд Дигел. О, чувак, что-то есть. Блин, деньги, походу. Как деньги. Пожди, пожди. Вот тут. Блин. Чувак. Стой, стой. Что это такое, сука? Талон. Сука. Это падла. Я думал, деньги. Я думал, сверток денег там. Вот, я думал, вот, блин, да. Вообще до хера бабок. Как пиджак меня этот обломал, падла. Ну ладно. Это ремень будет. Новый, доставай. Кожаный? Что за бренд? Вот смотри. О, нифига, это бренд Ли. Ребят, это ремень от бренда Ли. Офигенный, дорогой, чувак. Вот это я, блин, забрал бы своей, подогнал бы. Потому что такие вещи, блин, продаются за копейки, а покупаются очень дорого в ребятке. О, жилеточка XL Timberland бренд. О, это вот это топовая фирма, да. Но не дешевая, все стоит. Вот значок Timberland. Вот такая вот жилеточка, ребят. Это уже на весну можно носить по помоечкам. Ну или на продажу. Так. Это оригинал, ребят, 100%. Процентный, вот XL, вот здесь бирочки, посмотрите на качество, на текст, все как напечатано, очень ровненько, четенько. О, Джек Вольфскин, ребят, Джек Вольфскин, это рубашечка топового бренда дорогого, кто шарит за Джек Вольфскин, еще Джек Вольфскин, ребят, кто шарит за Джек Вольфскин, о Фалконе, да, вот это подоконник, это ты шаришь, да, за подоконник, ну если шаришь, то берем, вот за Джек Вольфскинск, и я шарю. А подоконника берем. Берем, охренеть, тут бренды, ребят. Все, жало, высовывай свое отсюда. Ва. И дай мне дальше порыться. Ой, катехина, тут заминировано, вот. Видите, ребят, насрано. Блин, как неприятно. Что такое? Не нравится запах говна? А я уже привык к нему. Мне уже малинами пахнет. Такими толстыми, большими малинами. Это вот объедки, вот это вот капуста квашеная, ой, высыпалась. Но это обидно. Селедочка, вот это интересно. Это можно отложить, вот сюда положить. В принципе, для конкурентов я, ну, ребят, не буду, конечно, говорить, что я это буду есть, потому что я не буду селедку есть. Я, в принципе, рыбу не особо люблю, а это еще такая она, какая-то уже трупное окоченение у нее видно. Вот слизь вытекает уже, все, мозги поплыли у нее. Архангельский продукт смертельный. Просроченный он, наверное. Дата изготовления 21 год. Годно 10 лет. Ну, 10 лет? Да, 10 лет срок годности. Да я пошутил, Дим. Все нормально, Димон, не переживай ты за эту рыбину. Пусть она лежит, он бомжи съедят. А мы, кстати, на прошлой помойке вот этого вот мускулистого Бэтмена-то забрали мы Бэтмена вот этого. Все берем, ребят, ну потому что это бабки, ну за неимением ничего, надо радоваться хоть чему-то, поэтому будем брать и вот это тоже, вот это Джейск Вольскинск. О, ребят, вот это рыбалка, профессиональный уровень. Давай-ка сюда, Найк. О май,
Ну тут, кстати, пятка ушатанная, разорванная прям до пластиковой вот этой вставки. И, кстати, в том месте, где у бывшего владельца натерялась мозоль, там же это остатки крови его по-любому есть. И то есть, если их обуть и тоже носить, то его кровь смешается с, допустим, моей, если я буду носить эти Nike, и можно чем-то заразиться. О, джакузи! Что-то она какая-то маленькая джакузи. Или это... А, это от душевой кабины днище. Она трескается, да, там снизу. Такие не берите, если видите вот такой цвет днища. И вообще советую всем брать себе и ставить джакузи с бульбашками. Ну и если нет джакузи, то просто в ванну пердеть, тоже как вариант. Ну, исторический классический джакузи, да, когда лежишь, пердишь в ванне и пузырьки пускают. И еще и запах ароматный. Так, у ребятушечки кормилица. Бочков много, надежды тоже много. Ну, надежда, она умирает последней у ребятки. Дай посмотрю. Это прикольная штука. Off-white это. Off-white. Штанишки. Off-white это. Шляпа с рынка это. Но этот мобиль это на кроватку крепится. И что-то он это не работает. Но у меня есть мобиль, мне не нужен. Но мобиль можно было продать. О, май. О, это от макбука. Древний. Блок питания. А может мы сейчас макбук найдем? Кидай. Опа. Бренд это, я не знаю какой. Значок мне неизвестен. Да кто-то на рынке придумал. Да бренд называется «Стоит дорого, а качество залупа». Ой, колбаска. Как выпало аккуратненько. Вот еще. Ну, пахнет. О, колбаски лавашек. У тетя Надя. Дима, смотри, колбаска. Ее можно пожарить и похавать. Что ты там нашел? Кружку какую-то. О, возможно, это в нос вставляется. Это серьга. Кстати, ее Коле надо подарить. Коля любит эту тему. А там пломбы нету в этой пробы. Писал в бассейн. Да, конечно, я писал. Это всякие игры. О, сим-карта 4G Египет. Египетская, ребята, охренеть. А вот это? А вот тетя? Это вот эта тема, это поджарить это колбаска. Египетские сим-карты, ребят, видели хоть раз? Я вот первый раз вижу. Египетские, охренеть, Водофон. Опа! О, ребят, вынос. Что? Что так? Сука, падла, не является платежным средством, блин. Помойка, как обычно, меня хочет обламывать. Дарит мне эти сувениры. Кто вообще эти фальшивые деньги покупает? Я их ни разу в жизни не покупал. Ребят, как вы думаете, зачем покупают вот эти фальшивые деньги? Я не понимаю, ну вообще для каких целей это? О, нифига себе, блокнотик какой. Планируй. И он вроде вообще чистый, незаполненный. Да, чистый вообще, ребят. Новый блокнот для планирования. Охренеть, вот это возьму. Это в сюрприз-бокс положу, новый блокнотик. Опа, косметичка. Или что-то тут есть. Что в этой сумке, ребят? А, ну и охренеть, косметики дохера всякой. Слушай, Дим, как думаешь, косметику будем брать? Вот здесь Faberlic, новая вообще тема. Avon. Вообще целый. Тут, походу, все новое, блин. Охренеть. Короче, полностью всю забираем. Что там еще? Вот еще здесь. Да, Димон, сюда давай. Давай сюда, да, я залутаю. Не надо. Один, ну ладно. Тут, блин, я хотел насладиться-то. Тут... Ой, переводчик старый. Тема классная. Куда отодвинул-то? Давай сюда, эту косметику сразу мне. Новая? Покажи. Охренеть, ребят, смотрите, сколько ее. Новая все, косметика. Духи. Капец, целая сумка косметики. Вот еще, ребят, тихо, сюда не лезь, Дима. Ребят, зацените, масочки всякие для лица. Сколько их тут. Охренеть, как много всяких масок. Вот, для ног, для головы, там, для паховой области. Для всего есть маски. И смазки, да. Вот тут какие-то коробки. Тихо. Это часы. Ника, часы? Да. Ребят, коробка от часов. Прикинь, они там есть. Ну, о, тряпочка топовая. Это возьму телефон протирать. Подушечка. О, тут есть чек. Посмотрим, за сколько их брали. 19 680 рублей. Так, ну это просто коробка. Часов там нет. Дальше. Тихо, куда? Спокойно, там еще кошелек. А, вот бывшая владелица вот этого всего выноса из хаты. Студентка, ребят, комсомолка. А, то тут разные люди вообще. Тут разное, очень много разных фотографий разных людей. Я не знаю, откуда
это все здесь появилось в этом пакете. Но тем не менее, смотрим дальше. Баниэле Патрици. Кошелечек, да, итальянский. Сколько мы сегодня кошельков находим? Куда? Что, падла? Все лезет-то. О, аккуратно, кстати. Тут блокнотики новые, я заметил, выкидывают. Да он мокрый уже, все, не ему жопа. Че нашел? Военную форму? Охренеть. Старинный этот. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он поеденный, ребят. Посмотрите, что с ним случилось. Это советская, смотрите. Ражаба. Ражабаев, наверное. 117-56-50. А как ты узнаешь год? Вот эти пуговицы покупают. Ребята, он такой запах от нее издает, от этого плаща. И он весь в дырах. Его съели, он еще сгнил, заржавел уже. Ну, конечно, сколько лет-то. А, вот. Вот. 85-й год. Ах. Ну, я думал, постарее будет. Фу, и мочой от него воняет. О, еще. Прикинь, мы тут пропустили. Еще вынос хаты. Так, тихо, сюда. Куда сразу-то, сразу? По приказу. А, косметика. Да сколько тут косметики, охренеть. Вон, маски, это все с маски. Опять берем эту косметику. А что делать? Маски, вот эта черная понтовая маска какая-то. Понтовая реально, так и называется, ребят. Понтовая, на понтах намазалась и все. Вся на понтах пошла, полетела. Фен. Топовая техника. Щипцы. А что с ними? Смотри, у них какой цвет. Их как будто в воде отварили. Но это никто не купит. Это отсюда придется медь выдирать на медные эти основания. На медяшечку, ребятки. Медяшка вообще 300 рублей была когда-то за килограмм. А сейчас 600 с чем-то. А уже 700 рублей. Нормально. Ну, а тема. Медь — это приятный бонус. Ну, проводки эти по чуть-чуть собираешь, собираешь. Они ж копятся по чуть-чуть. Вот так с феном надо разговаривать. Вот так вот. Оп. Как элегантно выдернулся. Сказка. Блин, на велосипеде сейчас, конечно, не особо легко ездить. Но все же это лучше, чем пешком. На улице просто каток. Но ничего страшного. Помоечка все простит. Тут кто-то уже метальщик какой-то побыл. Сковородку у нас отжал. Дима, смотри, улики. Колода карт, нормально. Помойка дарит азарт. Вот еще карты. Пицца мафия. А, это магнитики. Ну тогда украсим помоечку. Будет она мафиозная. Мафиозная кормилица. Ну вообще это говняная кормилица. Сюда вечно говно сваливают, кстати, с канализации. Ну слушай, мы приблизились к тому, чтобы найти ноутбук. Да. Давай поглубже будем вот здесь пороем. Во, приближаемся к ноуту, ребят. Беспроводная мышка с передатчиком. Вивиш Кол какой-то бренд, шляпа. Угу. Опа. Хоко. Хоко бренд. Ну давай возьмем, да. О, нифига себе. Зубная щетка с массажером для заднего прохода. Кожаные лапти. О, еще и связали их, чтобы не потерялись. Хуй де найдеш бренд, да. Нигде не написано. Да, 39 размер хорошенькие. Побегают еще. Ну я бы взял, да, они нормальные целые. Еще кто-то купит, я думаю, их. Заберем, ребят, помойка обувает. Тут, видимо, есть пару конфеток. Да, или что это? Смотри, конфетки какие. Я хочу их попробовать, вкусить, вот эти беленькие. Червячка вроде нету там. Фруктовые ассорти, это ребятки. Десертик от помоечки. Ты как говном Говном завоняло? Ну вот на помойке сейчас реально завоняло. Это я пернул. Будешь конфетку? Не-не-не, выглядит они неаппетитно, не буду. Да давай, не отрекайся от помоечки, Дим. Ну вот же, на, заелся. А я буду, ребятки. Конечно же буду. Так там внутри курага. Ой, там пакет с вещами лежит. Это для нас. Аккуратно. Дядя, теряйся, я первый это взял. Вон, бери, вон там еще. Интересно, я сиги нашел, такие ни разу не видел. Сиги? А, это Кавало, Тони Франк, это что-то дорогое. Может. Нифига себе, Кавало, Тони Франк. И там две сигаретки. Ну это что-то дорогое, да. Примерь красоту. Нифига себе, новые носки, ребят. А это что за книжечка? Это должно работать, вот эта штука. Что? Надпись сладкая. Сладкая. Денег нету. О, а тут, короче... О, Адидас! Арик. Арик, кстати, да, дай гляну. Топовые кроссы.
чисто для занятий спортом. Они как новые продают. Вообще как новые, да, Рик, 38 размер. Это, ребят, Adidas Torsion. Adidas Torsion. Вот смотрите, второй вообще в идеале. И, кстати, рефлективный значок Adidas. Вот. Посмотрите на них. Они вообще в идеале. Пушечка. А стоят они вот столько. И состояние у них как у новых. Так что можно сказать, грубо говоря, что они новые. Они просто пыльные и все. Какое-то постельное. И я смотрю, какое-то как будто элитное. Какая-то подушка. Какая-то элитная. Это что же можно продать? Смотри-ка, элитная. Ортопедическая, чувак. Ортопедическая подушка. Ортопедические клопы есть тут? Да вроде нет, нифига. А может и есть. Я не знаю, как проверить. Блин, давай-ка ее оставим на месте. Оставим? Да. На продажу не будем брать? Нет, нет. Ладно, я подумаю. Вообще ее продать можно за рублей 500. Это ортопедическая она. С ортопедическими клопами. О, готовая еда. Смотри, макарошки. Выглядит неаппетитно. С пюрешкой, вот с котлеткой. Ну, припахивает, прокисло. А там вот перчатки, походу, или нет. О, нифига. Смотрите, какие бруги перчатки классные. Подштанники. Что еще там? Нифига себе, перчаточки, ребят, реально топовые, посмотрите. А тут чего? Ого! Копилочка целая, ребят, золотая. Обалденная, кстати, надо ее взять. Вообще стильная. Так, стоять! Стоять, сука! Стоять! Да там коробка! Там часы, походу. Стой, давай аккуратно. Давай, 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 аккуратно. Это колонки. А, колонки. Коробка. Колонки. Давай, там, давай, иди, смотреть. Иди. А. Пульты? А дети? У меня такой же телек в квартире. Я пульты же тоже можно забрать. Мне вот этот для дома нужен. И вот Sony тоже на барахолке купят. Так, ребят, ну колоночка одна выглядит вот так. Ну такая же она на вид. Это обычные AUX колоночки, видимо. Ну да, говно. Обычные. А не, стоп, 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 покажи. Это даже не колонки AUX. Это колонки, которые подключались к какому-то сабвуферу. То есть они без усилителя. А у меня тут шарики. Наливай, а то уйду. Разрешите вас от хэппи пиздить. Вот тут что-то упало. О, пакет с молочком. Но он, кстати, взрывоопасный. Смотри. Подошва от брендовой обуви. Желаю пофиг чего. Вы нас вейпами? Я тогда откладываю этот взрыв пакет и хочу увидеть вейпы. Дима, у тебя фонарик очень ярко горит. О, нифига, одноразочки. Дай гляну. Давай сюда, я их посчитаю. О, 4 уже. Шлепки не надо. Вот эти вот 5. Тоже протерты. 5 одноразочек в ребятки. Если что, вы знаете, что у меня их покупают по 20 рублей. По 30. А, уже по 30, нормально. Гепатит Б, С, Е, Д. Здесь содержится. Фитнес-бутылочка, ну она такая зарыганная. Да вот это что такое? Пробочка для заднего прохода. Смотри, шар один полетел. Вылетел с помоечки. Как вам моя лайба, ребят, заряженная на поиск находок? Сзади большой багажник. Сумка доставки для складывания находок удобная. Падла, аж какой бы быстрый. Не успел залезть, он уже у меня из рук вырывает. Ребят, вы видите, что делает? Ты что делаешь? Лутаешь. А мини? Я ж тоже хочу. Ой, вот это топовая сумка, ребят. Качество обалдеж. Развалилась прям в руках. О, угадай, что тут? Угадай, что в пакете? Чулки. Нет. Одноразочки. А вот так? Утюг. Да, Дима, он самый. Наш любимый утюг. И он еще, кстати, с водой. Расправься с ним как надо. Вот, смотрите, ребят, Bosch фирма. Заберем на продажу, ладно. Обычно мы их кастрируем, провода забираем. Ну, вот это я не хотел. Что это? О боже, это выделения какие-то желтые. Че, ребят, как вам дорога? Если у вас такая же, то ставьте лайк. Ой, это был сложный маршрут кормилицы. Но мы его преодолели. Поэтому пора наслаждаться подарками. О, чувак! Охренеть!
У меня тут тупо телефон лежит. Прям лицом ко мне и просится, чтоб я его залутал. Забрал. Смотри, самодельный ножик какой-то. Мантрак. Метательный. Nokia E5. Вынос, и вот пару котяхов лежит. Тоже пахнут очень приятно. О, свечка новая, спички. Ребят, спички, свечка. Это набор, вот если света не будет в доме. Кто-то хранил, а сейчас такая ситуация происходит. А взяли и выкинули, блин. Тут находки разбросаны, прикинь. Вот фонарик для велосипеда габаритный. А у меня очки для болгарочки хорошие. Тоже продать можно. О, нифига себе, заморозка. Палочки, ребят, рыбные. Слушай, я бы домой забрал. Годно до 23-го года, прикинь. Еще, блин, побегают рыбки. Вот еще фонарик один габаритный. Ребят, зацените, еще один. Ой-ой-ой, а вот и вынос хаты. Ребят, вот откуда это все высыпалось, походу. Все эти мелкие находочки. Рыбные палочки, габаритный свет. Пока его рядом нет, надо порыться нормально. Вот зарядочка, это для той Nokia, наверное. Перчатка, во, две перчатки хорошие, женские, тепленькие, это пойдут. Вообще кайф, берем. А, вот батарея для Nokia той. Вздутая, кстати, блин. Плохо. Как ладно, возьмем. Я нашел пакет, откуда все повысыпалось. Вот это вот. О, нифига себе. Это же это. Чан Юн. Табль теннис специальный. Это ракетка для настольного тенниса. Берем. Так, надеюсь, вторая тут есть. Прокладки. О, кстати, они там есть. О, закупорочки, ребятки. Помидорки. Помидорки. Что еще тут? Всякое варенье. Хорошее настроение. О, станки одноразовые новые. Вот это на продажу возьму. Помоечка дарит. Мужское выбритое лицо. Какие-то темы бабушкины самобильные. Самодельные вот такие какие-то яйца. Это можно вообще продать, я думаю. Так, заморозочка. Вот это интересно. Я же себе тут палочки взял рыбные. О, котлетки. Котлеты бабушкины, ребята. Нихера, сумки, жесть. Обалдеть, они топовые. Они вообще новые, ребят. О, Достоевский. Делаю ставки. Я думаю, это пицца. 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 Хочу пиццы. Ой, пицца, смотри, какая. Дергается она. Живая еще побегает. Пицца. Сюда. Пиццу мне. Она, скорее всего, очень острая. Вот это сверхострый соус. Я хочу буду пиццу кушать. Помоечка меня кормит. Ты будешь пиццу? Ты будешь пиццу? Не буду. А я думал, ты не откажешься, поэтому два раза спросил. Как можно не любить пиццу? Она свежая. Сказочная, балдеж. Но очень острая. Вот это я понимаю, ужин. Ой, да, хорошо заходит, уже чувствую. Я хотел пернуть, но подумал, что обосрусь. Ведь это предположительно так и было бы. Знаете, что самое главное в пицце из помоечки? То, что она бесплатно мне досталась. А мамонты пусть платят. Последний кусочек. За ваше здоровье, ребятушечки. Ну все, пойдем дальше. Нифига себе, ребята, что, компьютер? Да ну нахер. Компьютер. И с него какая-то падла все комплектующие поснимала. Вот это очень обидно, ребят. Тут оперативка была и процессоры это сняли. Капец, ребят. Сейчас произошло непредсказуемое. Мы начали переворачивать корпус, и это вот падла охлаждение упало на сокет и повредило много лапок. Вот. В итоге мы их вот так вот уже все погнули, потому что это уже не восстановить. Там реально были выломаны лапки. Он просто вот так вот упал, падла. И всю плату разбил. Поэтому мы заберем с этого компуктера корпус и блок питания. Ну, корпус-то можно и ничего не разбирать. Корпус такой ущербный, но он маленький, удобный. И вот крышки от него есть. Чувак, охренеть! Тут еще... Тут планшет, походу. О, нифига, и нож! Керамбит. Нож керамбит, ребят. Какой-то, наверное, деревянный или какой. Так, что за планшет? Чехольчики.
Lenovo. Планшетик Lenovo старый. Так, пытаюсь включить, не включается, наверное, севший. Ну, это шляпная находка, на самом деле, он устаревший. Ну, на барахолке рублей за 400, за 300, может, кто-то купит. Забираем, нормально, планшетик. Это эти, ну, блестки вот эти вот. Вещи. Чувак, это пистолет. Чувак, это ствол. Ребят, блин, мы подумали, настоящий ствол. Разобранный детский пистолет. Но он металлический. Ребят, ну как-то так, короче, он выглядел бы, если бы мы его собрали. Я думаю, надо забрать все эти детальки, и мы его соберем потом. Линейка аксессуаров и навешать их для твоего максимального комфорта без применения материала не вредят окружающей среде. Что это такое? Я не понимаю. Ну возьмем, короче, хрен его знает. Какой-то перец нарисован. О, мы на такой зимой катались с горки. Обалденно на ванне кататься, кстати. Чувак, вынос с хаты. Спокойно. Type-C на Type-C провод. Ой-ой-ой, это ж от MacBook. О, ребятки, iPhone. О, да. Здесь он был когда-то. Ух ты. О, еще коробка от AirPods. Кстати, тяжеленькая. Блин, пусто. А тут тоже пусто. О, сразу лавашек с плесенью, блин, дожились. О, а это что? Это жареный лук. Жареный лук из Икеи. Неплохо. Такое я, кстати, ни разу не находил. Шкварочки это. А вы кто такая? Здравствуйте, Макдаки. В одном видео видели. Я? Как вас зовут? Валентина. Ой-ой-ой, вот это смерть. Вы нас с хаты? Да, огромный. Да, да. Ай! Ты ж тут вынос, вынос. Вот я и приманил ты меня сильно. А вот это что такое? Ай! Хотя... Сука, все, ты наполнился наполнителем. Там котях это, да. Да ты чё хуй, бля? Ремень какой-то. Что это? Для чего это? Котях в обуви? Ну вытрушивай. Вытрушивай котях. Какие-то блокнотики. Шоколад! 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 Что за шляпа-то? Наебахтунг! Где шоколад? Аккуратно! Вот еще вынос с хаты. Аккуратно! Ой-ой-ой-ой-ой! Тяжелый! Тяжелый! Я тебе серьезно. Да-да! Ребят, коробка от iPhone 6s. Увесистая. Блок питания! Оригинальный. Берем. Да спокойно! Да иди ты! Да-да, гляну! О, кэшбэк, смотри, 2 рубля. О, прикинь, с зарядкой USB-шной вентилятор. Телефон? Калькулятор Citizen. Рабочий он. Светился он. Ночник с вилочкой. Оу май. Это нам надо. О, там он есть, ребят. Перфюме, парфюме, аллюре. Вот в коробочке парфюм. Смотри, бутылка в виде бутылки. Бутылка в виде лампочки, охренеть, тоже берем. О, Дюрекс секс! Ой-ой-ой, это я сейчас Валю порадую. Пряничек. Ну а что женщине еще надо? Секс и пряник. Забираем это все барахлишко. Какой-то, кстати, парик женский красный. Валечка, посмотри, что я для нас нашел. Пряник и презерватив для секса. Нормально. Нормально. Сладенького и секс. Она решила примерить парик на помоечке сразу. У тебя котях в обуви, это от наполнителя. Помойка дарит тебе новый образ. Ага. Ну слушай, он прям видно, дорогой парик, топовый. Ты прям теперь была как Мальвина сейчас. О, ну это секс. Это уже ты прям помолодела на 10 лет. Чик-чик-чик. Ля. Ребят, зашли в подъезд, чтобы холодно не было, чтобы Дима мог вытрусить весь этот наполнитель для лотка из обуви. Вот котях выпал. Ребят, вот котях выпал тупо из кроссовка. Жесть, они у тебя уже проголодались. Так вот тут надо. Фу, капец, от них воняет теперь саниной и говном. Дим, ну ты в своем репертуаре.
Как ты, замерзла? Да, нормально. Все нормально? Угу. Ну тогда пошли на помойку. Погоди. Надо поживиться, Валь. О, вот можно и литературой поживиться. Валентин Пикуль. Слово и дело. А есть тут закладки? Интимчик? Детективчик. А, детективчик. Я думал, интимчик. Ребят, там вынос из хаты. Дай глянуть эти пакетики. Что это такое? Здесь были бутылки какие-то, но их там уже нет. Насос для мяча. Ой, не, он поломанный. Шкатулка Пскова, ребят. Псковская шкатулка. Шнурки новые. Вот это надо. Шкатулочка, шнурки. Насос выкинем. Он гавкает. Чё там? Дай гляну. Ой, дай посмотрю. Часики нихера какие блатные. Тиссот. Ребят, часы Тиссот. Ну это паль. Паленые. О, кошелечек спортивный, спорт написано. Не, его брать не надо, он вообще зашитый, там дерьмовый он. Все урвал. Блок питания от Apple. Оригинал. Возможно, но он поломанный внутри. О, водка. Кстати. Водочка, охренеть. Деревенька, водочка для такой погодочки, ребят. Кушечка, Валюшечка. Забираем. Еще сачок нужен. Сачок сейчас и найдем, и все у нас будет. Презервуар тоже есть. Медицинский, ветеринарный. На собачник. На писюничник. Ну то какой он должен быть? Угу. Как у меня. Не проверяю, не знаю. Ой, водочка. Ой. Ёп. Помоечка спаивает, ребятки. Пол бутылки водочки. Ну, она крепкая. Ну, это уже будет секс, ребятушечки. Погнали за запивкой.